Как бы вы оценили игру, все ли установки ваших футболистов выполнили, которые вы давали перед матчем? Ну, учитывая качество поля и манеру игры соперника, конечно, очень важно было, как возле своих штрафных и возле чужих штрафных сыграют команды. В принципе, игра получилась, на мой взгляд, достаточно боевой, с хорошим нервом. Мало было красивых комбинаций, но в моменте по такому полю все-таки невозможно какой-то качественный футбол демонстрировать. Поэтому, конечно, мы, так скажем, уступили на горло собственной песни, больше били вперед и старались обезопасить свои ворота тем самым, ну и создать за счет длинных передач и перехода вертикального, так скажем, в атаку, создать опасности у ворот и смены. Я горжусь своими футболистами, считаю, что они заслуженно сегодня победили за счет характера, за счет самоотдачи, за счет того, что они смогли не ошибиться сами и заставить ошибиться.